Всем привет, друзья! Меня зовут Влад, мы продолжаем с вами... Что? А, мы про... Что это было? Мы продолжаем киберпанк, меня зовут Влад. Найти такси нужно, понимаешь? Найти нужно такси Деламейна. Так, давайте мотоцикл берем. Так, у меня еще, кстати, машина есть моя, кстати, ее, между прочим, починили. Давайте машину тогда и возьмем. Приехала уже. Сегодня мы... Моя же меня снесла. Ты можешь себе представить? Моя же машина, мой же автомобиль меня взял и снес только что. Просто. Так, поехали. Так, 1,5 километра? Офигеть. Ну окей. Поехали. Поехали. Да что ты делаешь? Что случилось? Типа игру первый раз запускаешь в этот день и сразу начинаются пролаги какие-то? Чуть-чуть такое. Как это ты на всех ультрах прешь и пролагиваешь меня? Я не пойму. Алло. Ты! Игра! Посовси! А, нет, нету. А, во, все пошло. Так. Пим-пим-пим-пим. Хорош. Кстати, как новая? Как новая? Починили мне ее. Свой личный транспорт, понимаешь? Так, 600 метров. Как ты поворачиваешь? Я офигею. Очень-очень медленно ты поворачиваешь. Я успеваю врезаться куда-нибудь, когда ты поворачиваешь. Где-то здесь? А как я должен это искать? А как искать? Не, это круто. А как искать в этом квадрате? У меня что, сканер должен какой-то быть, что? Чувак с дымящимся хером звонит. Привет! Это я! Ну тот, которого ты... Тот тип с дымящимся хером. Ну, в общем, да. Короче, звони сказать, что перевел деньги. А, у тебя все хорошо, чувак? Хер починил? Ну, так что? Спасли тебе. Ну, ты понял. Ну, да. Насколько смогли. Теперь не болит хотя бы? Да пофиг. Как за так, что? Яиц нету, да? Игрушку покруче. Игрушку? Зачем тебе это надо? Слушай, а нахера оно надо? Не понял вопрос. Зачем мистер Перчев? Известно зачем. Чтоб шиком ширинку расстегивать. А, ладно, все ясно. Пока. И сколько ты мне перевел? Где вы сейчас находитесь? Я потерял контакт с одной из машин. Хорошо, я поищу. Подъехать к такси Деламейна. А, все, окей, задание сразу изменилось. Хорошо, значит, он мне перевел все же денежку за свой пенис. Молодец. Спасибо. Он перевел мне денежку за то, что мы починили ему яйца. Так, там полиция стоит. Можно я аккуратно вот так вклинюсь, чтобы мне звезду не дали никакую? Так, где-то здесь, он говорит, машина. Его машина где-то тут стоит. Не, я реально очень рад, что его хуй починили, как бы. Прекрасно. Как работает система тормоза тут? Ехать рядом с такси Деламейна. Вон она, машина. Так, Деламейн. Эй! Давай поговорим! Я не вернусь, честно вам! Упусти. А, это злой Деламейн. Он его рассудок, он его разум, блядь, захватил. Так. Козел шестиколесный, чё ты тут встал? Мне надо догнать машину. Так. Не отъезжая от такси. Он уже вон, смотри, как втопил. Как мне его поймать? Она еще так на поворотах, блин, входит резко. Я, короче, постоянно во что-то врезаюсь. Надо догнать ее, как-то успеть. Почему такое движение тут огромное, твою мать? Что мне делать с этим трафиком? Как мне догнать ее? Я не хочу врезаться. Где она? Куда он заехал? В какой он поворот вошел? Так. Так, аккуратно. У меня постоянно 270 метров отрыв от него, бля. Как он так быстро едет? Он что, по кругу херачит, что ли?
Так, заходи в поворот, быстро. Ну вот видите, что делается. Не, это гондон будет по кругу сейчас ездить, короче. Сейчас я мотоцикл вызову. Это вообще не дело, ни хера. Так, подтверждай. Я на моцике за ним погоняюсь. Он как раз сюда едет. Он, либо он дурачок, либо я не знаю. Вот он сюда сейчас будет ехать. Сядь на мотоцикл, Ви! Кого ты ждешь? Так, вот она эта машина. Он тупо по кругу гоняет. Посмотрим, кто кого раздавит. И что делать? Повредить такси Деламейна, чтобы отключить его. Повредить? Так, я могу в него влететь, короче. А я могу повредить его с автомата? С пистолета, с автомата, с чего-нибудь? Повреждается? Пойдет? Нормально? Деламейн опять звонит. Как удачно, я установил связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения. Восстановить связь между Деламейном и его личностями. Один из семи. Охуеть, это надо еще 7 машин найти. Я сегодня занимаюсь какой-то херней. 2 километра. Себастьян Падре. Еще лучше. Падре и Бара, который. Че он там прислал мне? А, опять мотоцикл какой-то закупить. Не, чувак, сорян. Не сегодня, походу. Так, мне надо опять машин. Опять нужно Деламейна искать. Норт Оук. А может, телепортнуться могу туда как-нибудь, я не знаю. Так, ладно, давайте на мотоцикле попробуем. Все его личности, скажем так, сделать. Сегодня мы чисто, получается, Деламейна ловим, да? Его личность восстанавливаем. Офигеть. Ну и задание. Потише, пожалуйста, здесь. Мы прямо же едем, я правильно понимаю? Ну да. Блин, ну и задание, конечно. Надо было, наверное, телепортнуться, да, в этот, в Норт Оук этот. Ну ладно, сейчас просто приедем, а потом на следующую цель, если что, телепортнемся. Площадь корпорации, новая зона у меня. На мотоцикле реально удобнее мне выполнять эти все моменты. Он и поворотливый, и нормально себя ведет, блин. А на машину сел, и все, короче, потерялся во времени. То в поворот не в тот вошел, то еще что-то, то подрезал кого-то, то вообще сбил бабулю какую-то. Так, окей. Вот, на моцике спокойно, классно. Кеншин нарисован из Mortal Kombat. Неплохо. Похож очень. Блин, ну вот мне нравится киберпанк вот такой. Вот едешь по нему и кайфуешь. Так. Что там у нас такое? 200 метров. Это куда? Это куда? Это в гору? В горку ехать получается? Акада звонит. Бакако. У меня появилась квадра. Тоже машина какая-то? Офигеть! Как у тебя клёво всё. Деламейн звонит. Где-то рядом с вами может находиться пропавший транспорт сети Деламейн. Классно. Буду искать. Ну, судя по всему, я его уже вот нашел. Тут 100 метров осталось до него. Если честно, хочется Деламейна сделать и позвонить панам Палмер. Что там у нее? Я все. Не пойму, она меня как бы это... Все, мне с ней ничего не светит или что? Она обиделась на меня. Что невыносимо? Да все. Город, пробки, толпы. Это меня угнетает. Это разные личности Деламейна, офигеть. Раш. Опять ехать? По улице? Ну... Боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Сесть за руль. Вы можете сесть внутрь. Только едьте.
Едем не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Ты типа, тот был зловещий, а этот Деламейн спокойный, что ли, получается? Поэтому у него личности типа разетываются, да? Это надо аккуратно прям ехать, километр. Аккуратно, километр ехать. Не врезаясь. Судя по всему, он поднимет панику, если я во что-то вхуячу, да? В какой-то поворот не так войду. Давайте попробуем аккуратно довести, я не знаю. Мало ли, рисковать не хотелось бы. Не врезаться при этом, офигеть. Так, ну машины тут очень медленные, конечно, ездят медленно. Я попытаюсь сейчас аккуратно выйти на трассу и втопить как следует. Так, все, рвем. Рвем, ребята, по полной. Мы погибнем. Все нормально будет, чувак, не паникуй. Только главное, миссию мне не скипывай, пожалуйста. А то сейчас еще скажешь, блин, Ви, ты проиграл. Просто потому, что ты разогнался сильно. Видишь, я как аккуратно еду, просто ювелир. Так, километр остался. Тормозы, тормозы. Не паникуй, братан, видишь, трасса чистая, все хорошо, все классно. Торможу я вовремя. Все делаю красиво, мы не врезаемся никуда. Не погибаем никуда. Все хорошо. Доверься мне. Послушай музычку релаксационную. С меня хватит. Мне надо перевести дух. Ты охуел? Я ехать не могу. Нет. Здесь нельзя оставаться. Поехали дальше. То есть я не могу управлять, да, когда он блокирует мне движение. Прикиньте, он только что заблокировал мне движение. Я не смог ехать. Я его должен сопровождать, потому что он паникует. Этот Деламейн очень сильно паникует. Я ж тихо еду. Ну. Доброе утро, Найт Сити! Очень низкая скорость. Кто из вас имел несчастье установить бракованный коленный сустав от Z-Tech? Тот, что гнется во все стороны, кроме нужной. Бракованный коленный сустав? Не спешите его менять. А на месте оно не проверяется, что ли? Непрактичность. Риперы на месте проверяют это? Вполне вероятно, что вы оснащены по последней моде. Чувак. Слишком быстро. Ну ладно, ладно. Давай медленно. Он очень... А что это за такси такое? А если нужно человеку быстро доехать? Подождите, пожалуйста. Это слишком быстро. Давайте будем ехать медленнее. Здесь я буду среди себе подобных. Ты вообще никуда не выезжай, люди с тобой на работу не успеют, блядь, доехать. Но все равно. Даже не смей. Не смей вообще, блядь, рейсы брать. Еблан, так, что ты хочешь? Я узнала, что значит обуниние. Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. А откуда название Ебуники? Так почему часть порта зовут Ебуники? Вряд ли в честь покойного мэра. Не угадал. Это старый контейнеровоз, который назвали в его честь. То есть ты нашла Грейсона? Он знает, где Смешер? В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертие, обсудим. Окей. Подожди, там моя машина, мой мотоцикл сам ездит. Благодарю за помощь, Ви. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Классно, косарик лишний приехал. Так, еще надо 5 Деламейнов найти. Куда моя машина ездит, я не могу понять. Я только что вызвал мотыка, его нет. Так, а куда мне теперь требуется? Реинтеграция, так. Пустошах. А, в пустошах. Пустоши, ёб твою мать, пустошах, сука. Так. Я могу телепортнуть себя куда? Вот сюда? Вот сюда могу телепортнуть себя. Так, а здесь поблизости... Ой, прямо есть телепортник. Окей. Все, тогда телепортнусь. Чтобы медленнее, чтобы долго не ехать туда. Где этот аппарат? Где аппарат телепортирующий всех и все? Где-то здесь же, да, правильно?
Так, ну пока я его не вижу. Подожди, я вообще правильно бегу? А, ну он... А, ну он прям вот уже вот почти. Сейчас в пустоши телепортуемся, берем моток и идем третью личность Деламейна испытывать. То есть, видите, какой он... Первый был агрессивный, следующий был боязливый. То есть, видите, вот тут как бы такое. Так, нам с тобой сюда. Там мы выбираем с тобой мотоцикл. И едем испытывать третью личность товарища Деламейна, нашего друга, который косарь-то перечисляет за каждую свою личность. Целый косарь, 1100 с чем-то перечислил, если я не ошибаюсь. Ты представляешь? Ты представляешь, целый кэс. Обогатимся, ёбнуться. Так. Угу. Вот, теперь это более похоже на правду. Так, вызывай машину, мотоцикл мой, вызови. Эй, ты можешь мне вызвать, пожалуйста, мою машину? Мой мотоцикл, мою машину. Так, где мой? О, ты уже здесь, дружок. Ты, тебя вообще ждать не надо по 100 раз. Так, подожди. Давай немножко другое радио включим. Вот, вот это, например. Как тебе такое? Послушаем вот это. Так, 900 метров. А где музыка? А где музыка-то? Пустоши. Так, блин, уже интересно, что там за третья личность у Деламейна. Капец. Так. Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Я помойку пока только вижу. Свалку. 400 метров. Так, а как мне туда перекочевать? А, тут есть спуск, правильно я понимаю? Он меня как раз перекидывает туда, да? Нет, не перекидывает? Офигеть, а что он там забыл на свалке? Так, а я могу как-то сюда жахнуть, нет? Серьезно, не могу? Так, ну здесь, по-моему, какой-то должен быть спуск. Там проехать никак, да? Очень печально. Очень печально. Так, ладно, давай заедем тогда с той стороны. Но я пешком же не пойду. Долго фигарить. На моцике, я думаю, мы там протиснемся через эту помойку. Через склад этот металлический. Так, сейчас аккуратно заедем. Я попытался. Я посмотрел. Но ни к чему такому мы с вами не пришли. Так, давай здесь поедем. Посмотрим. Поищем. Лишь бы ни на что тут не наехать, не наступить. Тут дорога не такая приятная. Пакеты, мусорка. Вот тебе и Night City. Чистота называется. Так, подожди. Тихо, тихо, тихо. Как его сюда занесло вообще, в эти дебри мусорные? Так. Ну как ты тут оказался? Ты что, потерялся что ли? Он потерялся явно. Что с тобой, чувак? Ответить. Садитесь. Проще будет вести беседу. Кто же к тебе сесть надо? Постоянно свой мотоцикл оставляю. А, я должен с тобой ехать. Не я поведу, а ты поведешь. Очень скучно. Привет, и долго. Привет. Я заберу тебя домой. Поехали, надо вернуться к Деламейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей. Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух. Мыслящее, свободное существо. Этот вольный. Зачем мне подчиняться иной силе? Да, семья штука сложная. Иногда от нее и правда хочется удрать. Чего ты ищешь в городе мечты? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить тебе. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Эй, ты чё? Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. А ты офигел? И чё мне делать с ним? Я установил связь. Премного благодарен, Ви.
Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Правда? Ну, я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Ты еще 140 перевел. Я не понял, Деламейн, а ты случайно не под офигейн? Ты что делаешь вообще? Не попадайтесь на моем пути. То есть конкретно вот этот вольный птица меня никогда никуда не отвезет, если я захочу, да? То есть одному выезжать не надо, он любит медленно только ехать, он никогда не довезет пассажира куда надо. Другой психопат будет, наверное, на скорости гнать. А этот просто вольная птица. Он вообще, хочу приеду, хочу нет. То есть предлагает сначала сесть в машину, а потом нахуй посылает. Что за не... Не конкретный парень-то, этот Деламейн третий. Деламейн третий. Осталось сколько? Найти такси Деламейна в Глине? В Глине, блядь. Так, ну давайте смотреть. 2 километра до Глина этого херачить. Так, давайте найдем телепортатор какой-то, если это возможно вообще. Так, а это вообще возможно? Он тут поблизости есть? А, да, есть. Получается, вот он. И потом мы можем закинуть себя сюда куда-то. В бар Эль Койоте Кохо какой-то. А, вот телепортатор на дороге еще есть. А сколько там до него? До хера ехать, интересно? Это надо наверх подняться, да? Так, Вадим, может мы здесь все же найдем сейчас? Где-то тут, да, он вроде бы показывался? Или нет? Ну, вроде бы где-то здесь. Не хотелось бы, конечно, ошибаться. Так, подожди, ну-ка еще раз на карту. Да, тут немножко нужно... А, подожди, так я на ту центральную, что ли, выехал? А, нет, я ее вообще проехал. Это мне сейчас нужно будет повернуть направо. Он где-то там стоит, его надо не пропустить. Он реально сократит мне время. Очень сильно. Только я вот его сейчас не вижу нифига. Да, он, короче, вообще недалеко. Давайте пехом это сделаем. Но это будет реально проще намного. Нежели как-то еще. Так. Пурбум-пум-пум-пум-пум. Где-то здесь, да, он? Телепортатор мой. Вон он стоит. Окей. Вот он, родненький-родименький. Ждет меня, когда я телепортнусь. Так, выбрать место. Так, ну вот, я выбираю, получается, ближайшее. Тут я через воду буду, получается, переходы делать. Мне это не надо. Перемещаемся в койоте в этот. Офигеть, мне прикалывает, на самом деле, это задание. Оно по-своему какое-то скучноватое, но оно прикольное. То есть я не думаю, что многие блогеры, которые снимали эту игру, вообще выполняли такие квесты. Ну, есть, наверное, которые выполняли. Но многие проходят исключительно чисто сюжет. А оказывается, внесюжетные миссии тоже интересные попадаются, как мы видим. Вот. Но надеюсь, вам интересно смотреть в моем исполнении весь этот момент. Че там? А, ты уже ко мне подъехал. Стоямба. Стоямба, друг. Я тебя увидел. Блин, не сразу садиться, как-то напрягает из-за этого. Так, ну что, поехали. 300 метров. Прекрасно. Прекрасно, ребята. Так. И где же ты там скрылся, четвертый Деламейн? Так, вот сейчас звонок поступит мне. Угу. Прошу вас осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Деламейн. Хорошо. Арафо. А, так вот он стоит, окей. Что у тебя? Какие проблемы? Ты пришел меня прикончить? Да нет, просто перезагрузить. Значит, придется умолить себя самому. Эй, ты чего? Ты дурак, я тебе не сделаю ничего плохого. А я себе сделаю. Все равно, самоубийство не выход. Будешь советовать терапию? Не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? У меня нет матери. Ты мог бы вернуться к Деламейну? Вернуться в сеть, стать частью большой дружной семьи. Деламейн меня ненавидит.
Страдаешь, потому что папочка тебя не любит? Ну ты и сука. Не прыгай! Ты понимаешь, о чем я. Был бы Деламейн тебе безразличен, ты бы о нем сейчас и не вспомнил. Может, ты и прав. Я ведь даже не пытался с ним это обсудить. Ладно, возвращаюсь. Ага, так-то ты и хотел спрыгнуть. Давай, возвращайся. Смотри, какой красавчик у тебя отец. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Позаботься, да? Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Ты бы так на вот дела не переключался, вечно чувак. Вечно отсутствующий отец. Вечно отсутствующий отец. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения. Ну-ка, за него побольше перевел или 1100 также? 1140, да? Не, я просто сейчас с конкретным психологом выступал, как бы. Я спас отношения отца и сына. И если он думает, что я вот так вот просто... А чё он назад не возвращается? Типа контакт установился, да? Я только что спас отца... Ой, спас сына от падения в пропасть. То есть, понимаешь, у него была обида на своего папку, понимаешь? У него обида была. Ну как так можно? Ну, Нордсайд. Так, окей. Я сейчас такие моменты исполнял. 1140 мне перевел. Чувак, я, мне кажется, заслуживал больше. Я спас твоего сына. Это вообще очень странно, что ты платишь так мало сегодня. Так. Просто я понимаю, что мне нужно много денег отдать, получается. Что-то, возможно, на них купить, что-то, возможно, отдать тем, кому я должен. Например, Виктор Вектор, там есть такой чел. Просто если ему отдать, возможно, твоя репутация и отношение к тебе, они будут намного лучше, чем ты представлял, чем предполагал. Но в любом случае, как бы, блин, ладно, окей. Миссии забавные, то есть это прикольно. Выяснять Деламейнов этих, опять ты звонишь. Вы находитесь рядом с местом пропажи транспорта. Ой, прям тут, хорош. Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Точное местонахождение не установлено? Мне говорят, что тут 700 метров нужно проехать. Где мой мотоцикл? Окей. Несется на парах любви. Так, садись. Садись, мужчина. Так. Это мой Ви, если что. Поехали. Так, 600 метров. 600 метров до него. Точное местоположение неизвестно, но 600 метров показано. Значит, где-то он здесь стоит. И все до него известно. Так, осталось немного. Какие разные у него всяческие вот эти его личности. Слушай, очень много у него личностей. Каждый по-своему индивидуален. Как живые прям, слушай. Так. Интересно получается. Добрая, хорошая серия. Никто никого не убил. А вот здесь уже интересно. Тут ищи называется, да? То есть местоположение Рилли неизвестно. Давай-ка сам ищи, говорит. Так, наверное, в каком-нибудь квартале стоит. Вон он стоит. Вроде бы он заныкался что-то. Отрешенно встал там один себе. И стоит. Так, а как мне к нему попасть? Это какой-то вообще, смотри. Ты охуел, мужчина? Стой, не с места. Спокойно, я хочу помочь. Где он? Ты газанул, что ли? Господи, ты меня слышишь? Он рванул. Блять, ушел. Эй, садись давай. Тормози. Он меня сбил и свалил, смотри. Приветик, я тебе только что смял полтачки, ты мне приветики говоришь. Так, ладно, давай, поехали за ним. На моцке я его быстро сейчас настигну. Этот тоже почему-то от меня гаситься стал, но почему? Все, избил меня. Я ж помочь хотел. Тебя пахан так-то ждет, а ты там валишь. Как ты вообще можешь так поступать? Пахан-то волнуется, а ты...
ты валишь. Так, все, сейчас я его перехвачу. Вон он. Говноед. Стоять! Куда ты там рванул? Чувак, добрый вечер, я с тобой рядом. Да остановись ты уже, братан. Наш сигнал уже не прервется никогда, я за тобой буду просто ехать. Как не прячься от меня, придется остановиться, чувак. Да тормозишь ты уже, а, ёб твою мать. Что у тебя за курс такой смешной? Приехал. Все, отъездился. Еще и капот потерял. Деламейн звонит. Благодарю. Мне удалось установить контакт с транспортом. Только тут на него шифер упал. Шоковая терапия иногда чудеса творит. Сайдинг. Шифер, сайдинг. Очень смешно. Ты насчет, эвакуаторщику давай лучше сделай, потому что я перебьюсь, наверное. Тут у тебя проблемы, я смотрю, жесткие были. У тебя непослушные дети, Деламейн. Тебе нужнее будет. Ой, а хорошо, я могу здесь телепортнуться. Прям по курсу будет. Хорошо. Тогда поехали. Ой, ну там уже не эвакуатор нужен, по-моему. Там, экзорцист потребовал. Ебануться. Вы видели, да, что с ним творится там? Я сочувствую, чувак. Но тебе по-любому нужен экзорцист. Так. Окей. Телепорт ищем. Где-то здесь. Где-то здесь. Интересно, за седьмого мне тоже, дадут какую-то мега-клёвую награду или нет? Или она будет не такая мега-клёвая? Так, все, вижу телепорт. Отлично, слазь. Так, очень удобно выполнять миссии. Телепорт вообще удобная тема в этой игре. Она просто незаменима. Так, ух, нифига как далеко. А зато смотри, как рядом. Как рядом с телепортом. Сейчас сразу высаживаемся и сразу на точку вот эту, где такси, возможно, скрывается. Удобно, очень удобно. А мы за удобность, за комфортность. Вот. Ребят, кто досмотрел до сюда, ставьте обязательно лайк, комментарий свой оставляйте. Пишите, как вам. Как вам, ребята, как вам игра, как вам я в ее исполнении. Точнее, она в моем. Так, ты звонишь. Внимание, где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Хорошо, буду искать. Сколько? 100 метров? Ну это рядом, да? Так, ага, даже прям здесь. Прям где-то здесь за мостом, под мостом. Где? А, так нифига, он едет, что ли? Так, подожди. А какого черта он едет? Он передвигается, елки. Так, тогда Арч, приезжай, ты мне нужен. А где мне тебя взять? Там кого-то убили, что ли, опять? Ё-моё. Так, а куда мой моцик приехал? Он приедет сегодня или нет? Деламейн. Деламейн. Да, ты меня нашел. Женщина? Поздравляю. Девушка? Доволен. По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Так, я могу так, наверное, да, догонять. Мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить. Пешком догоняю. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Это его женская часть, наверное. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели. Ты охренел, что ли? В смысле, ты меня убьешь? В смысле, ты убьешь меня?
Почему ты меня убьешь? Оставаться в зоне покрытия. Блин, мне зона покрытия только с моим мотоциклом, походу, светит. А он за мной следует. Слишком далеко. Садись. Меня хоть... Она меня хочет убить. Ну-ка, поподробнее. Эй, я тут слышал про тебя. Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Короче, хватит. Потому что я... Ты сам принял решение. Убить его! У меня для тебя есть сюрприз. Активация довольно сюрприза через 5 секунд. Довольно знать тюрьмы из стали и кожи! В смысле, блядь? А чё не сагрились-то на меня? Вы кто? Обезвредить бандитов? Она меня тупо завела, чтоб меня убили, что ли? Нихера себе. Михаилу. Так. Где? Да ты горишь, ё-моё. Почему я не попадаю по ней? Всё? Ещё кто-то остался? Я так тебя ненавижу. Выходи с машины. Ещё кто-то есть? Почему так все лагает? Почему так все багует в этой игре? Я не могу это понять. Эй-эй-эй, тихо-тихо, не убивай. Все, я всех обезвредил. Бля, сколько вас там, а? Что это за такие неадекватные люди? Как мне всех обезвредить? Что это за Кейси Джонс в маске? Из черепашек-ниндзя, бля. Чё с моим здоровьем? Так, я не пойму. Это чё за хуйня? Это чё за хуйня такая? Я отхил, сколько отхилов применил? Как мне их всех победить? Она меня тупо в ловушку завела, короче, и все. И что мне с ними делать? Так нечестно. Я ее просто перезагрузить приехал. Деламейн этот. Меня взяли, убили. Ненавижу. Не такая и безобидная серия. Думаю, тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз. Но слишком далеко. Сейчас я тебе намекну, сука. Можешь и разрушить эту машину. Она меня тупо в ловушку сейчас опять ведет и все. Что ты за такси такое? Ехать не умеешь даже. Капец. Это самая коварная из них, походу. В ловушку завела меня тупо. Короче, хватит. Богохульник! Убить его! Ты сам принял решение. У меня для тебя есть довольно сюрприз. Довольно знать тюрьмы из стали и кожи! Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Повеселимся! Как сделать из слюнтяя машину? Освободи воду! Почему эта сука их активирует? Я не пойму. Ага. Итак, машина для убийства. Почему эта сука их активировала, этих придурков? Это только разминка! Какая разминка? Ты моё ХП видела, его нет. Что мне делать? Увидимся на кон... Так, так нормально, если я так буду делать?
Беги, 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 беги. Да заныкайся ты, ёб твою налево. Я его зацепил. А почему вас так много-то? Какого черта вас так много? Их офигеть как много, ребят. Не, ну это охереть, конечно. Охереть и не встать просто. Еще там с моста палят. У меня еще и перегрев. Шикарно. Ты кто такой? Это босс, что ли? Че он такой непрошибаемый? Я не пойму. Я охерею. Где тут? Кто тут по мне палил? Это ты что ли? ХП, ХП нету. Скорее. Слишком далеко. Бляха. Все ингаляторы потратил уже на эту херь. Сила сигнала. Все, я справился с ними. И чё? Еще не обезвредил до конца, да? Я так тебя ненавижу. Пришло время тебе сложить оружие. Короче, Наполеон, пора оружие сложить. Оказалось, люди на удивление хрупкие. И на удивление громко возмущаются по этому поводу. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты меня один раз убила. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Капец. Достаточно. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Охренеть. Это какая-то прям коварная самая. Связь с пропавшим транспортом установлена. Вот это была самая чокнутая машина. Я вот тоже понял это. Да, приношу извинения за неудобства. Часть вознаграждения уже в пути. За нее больше будет, чем 1140. Офигеть просто. Так, ранчо Коронадо. Ранчо Коронадо. Всю серию тратим на машины, прикинь. Всю серию на машины тратим. Вот это я понимаю. Вот это дожили. Так, ладно. Поехали. Тратить дальше, как говорится. Сука. Я думал, я смогу проехать отсюда. Ух, ребята. Так, ладно. Последняя машина. Надеюсь, она будет менее чокнутой. И надеюсь, она будет адекватной. Она сразу вернется без каких-либо проблем. Вот чувак, который попросил тихо ехать, на самом деле он оказался самым клёвым. Тихо, спокойно живет мирной жизнью. Попросил тихо ехать, тихо поехал, все. Я его уважил, он сам вернулся. Молодец, молодец. Так. Здесь аккуратно, пожалуйста.
Блин, я надеюсь, что последняя машина будет нормальная. Я реально думал, наша серия не затянется так, а она затянулась. Затянулась, как и не планировал. Реально не планировал. Думал, это задание будет быстрым. А, ну смотри, целая цепочка. Бешеная цепочка, долгая цепочка. Так. Так, ну давай. Звони, говори. Где он там у нас? Передаю координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Так. Стараюсь найти и деактивировать. Где? 500 метров? Рядом со мной, нифига себе, рядом. А чё не 5 километров сразу? Здрасте, пацаны. Я не к вам. Там кого-то убили. Так, я приехал явно не к ним. Мне сейчас не нужна перестрелка. У меня есть определенная миссия. Я бы хотел придерживаться ее. Что в Киберпанке очень много миссий ты берешь иногда. И одно перекрывает другое. И это ужасно тупо. Так, а вон она едет. Так, а я сейчас попробую спрыгнуть. Я могу спрыгнуть, позволить себе? Конечно, могу. Так. Отлично. Он тоже в пути, да? Он тоже в движении. Так, ну сейчас мы его догоним. Иди сюда, негодяй. Тоже какой-то странный, смотри. Тоже женщина. Посмотри, как изгибаются в ухмылке их клювы. Это ты сейчас про фламинго? Почему они розовые? Как будто с них содрали кожу. А как они вообще... И теперь они жаждут мести. Слышь, как тебе? Зови меня Кайс. А как они... Как они пассажиров возят? Смотрите, что он творит. Она, пора точнее. Пора домой. Деламейн тебя ищет. Давай, я заставлю. Она людей сбивает почти. Значит, будет резня. Ну что ж, судный день настал. Улыбка — лучший бронежилет. Уничтожить фламинго? Ты что там придумала мне опять? Чё она от меня хочет? Каких фламинго, нахуй? Она серьезно? Вот этих милашек уничтожить? Вот этих вот милашечек, вот этих вот. Она их боится. Вот этих вот милашулечек. Господи. Мне искренне жаль этих фламинго. Вот этих вот милых созданий вот так вот уничтожить. Или последний я подойду и взорвется, блядь, прям под ногой у меня. Я просто эту игру знаю, она может это позволить. И они опять здесь появились, вот. Все. Это самое легкое задание, это самое милое задание из всех, что были. Ты где, Деламейн? Куда ты уехал? Подожди, а где он? А вот сигнал. Ну так что, Клариса? Фламинго перестали кричать? Может, мне и правда пора вернуться? Мне нужна... Поддержка. Лишь та, что носит в себе хаос, может родить танцующую звезду. Лариса? Отключилась. Главный звонит. Сеть Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Да, бывало и лучше. Ты как сам-то? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудные. Прошу вас по возможности загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично. Прекрасно.
Ты знаешь, я не против. Я не против узнать, что меня ждет за все поимки. Давайте съездим, посмотрим. Так, а что там, до телепорта далеко вообще мне жарить? Ух, нихера себе. Ну, мне проще доехать уже. Ладно, поехали. Или не проще, подожди. Давай доедем, ладно. Ничего страшного, не перебьемся. Так, не умрем, доедем. Доедем и по красоте все сделаем. Как мужчины просто возьмем и сделаем все. Так, ну скорее только едь, пожалуйста. Хватит скакать, как попрыгунчик по кочкам. Заканчивай с этим. Пиджачок. Главное, чтобы никто передо мной не поворачивал никуда, я ни в кого не врезался. Иначе будет не очень прикольно уже. Разобьюсь, сломаю шею. Нам это не нужно. Ох, нифига пролетел мимо. Так, я хочу нормально по метке ехать, чтобы, как говорится, все правильно сделать, в правильные повороты войти. Так. Отлично. Так, ну сейчас посмотрим, что он там вручит нам. Все-таки это задание было не из легких. Мы на него, ну сколько, наверное, час убили, да? Чувак, сорян. Но я его не сбил. Он сам упал. Он самосохранился только что. Деламен, я приехал. Давай нам за эту награду отдавай. А, бля. Здравствуйте, сэр. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Положить сканер в коробку? Сюда? Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думал. Ну что ж, я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Хорошо. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Я не надеюсь, чувак. Как живется Искину в мире, который управляется живыми мозгами? Она нервничает. Она заебала, что я разговариваю с ним. По определенному набору правил. Да ну. Для описания этой среды больше подойдет термин «пиздец» и «хаос». Лишь чужак, глядя извне, может оценить красоту фрактальных структур, которые составляют жизнь и смерть в этом городе. Я считаю, что ваше преимущество в адаптивности к хаосу, в умении быстро развиваться. Так, ладно. Я не считаю тебя чужаком. Мне приятно слышать такое от человека. Я очень старался вписаться в ваш мир. А ты ценитель прекрасного? Когда живешь среди людей, важно найти общую точку взаимопонимания по фундаментальным вопросам. Понятия истины и добра весьма субъективны. Красота же универсальна. А почему ты таксовать решил? Как ты оказался в Найт-Сити? К сожалению, мой юрист рекомендует не отвечать на подобные вопросы. Прости, не хотел тебя смутить. Просто интересуюсь, почему ты решил начать этот бизнес. А, ну это не секрет. Нашел компанию на грани банкротства, разработал стратегию и вот результат. Но почему таксопарк? Постоянное движение, нестандартные задачи, работа с людьми. Просто мечта. Понятно. Ну шо, Деламейн оказался не таким простым. Мне пришлось с ним капец как попотеть. Охренеть, как мне пришлось с ним попотеть. Давайте теперь позвоним Панам Палмер. Мне безумно хочется понять, она вообще нас ждет еще. Она не удалилась. У меня ощущение, что она вообще удалилась уже. Серьезно, а где она? Ханака, Кирк. А вот Панам есть. Давай позвоним.
обоссаться. До сих пор, короче, невесточки. Возможно, мы ей не дозвонимся. Возможно, нам тупо надо в этот Альдекальдо херачить и все. Или где там она находится. И что-то, в общем-то, делать. У меня есть такое ощущение просто. Вот, потому что, блин. Она-то звонила уже пару раз, несколько раз даже звонила. А мы ее игнорируем, понимаешь? Конкретно и по-страшному. Игнорим ее. Вот такие дела. Но заданий тут еще дофига, и вот я смотрю, очень высокие уровни сложности. Безумно высокие уровни сложности. Но остались еще, кстати, вроде более-менее, да? Какие-то остались еще. То есть мы можем себе, в принципе, позволить еще что-то, наверное, поделать потом. Не все так же плохо, да? Короче, где-то вот сюда надо сделаться, и там Виктор. Рядом прям Виктор будет. Виктор будет рядом, ему денежку отдадим, и все будет сексуально. Ну, как минимум, нас уже не будут чмошником каким-то считать. Это же Виктор. Ну, должен быть он, правильно? Витек? Или не Витек? У Витька там где-то подпольное что-то такое было внизу. Это он по-любому. Витя, да, это Витя. Витя! Витя! Я наконец-то наскреб денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока, они тебе нужны больше, чем мне. Нет, Вик, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. Я подумываю поменять хром. Есть что-то новенькое? Есть кое-что. О, хорош! Виктор-то у нас вот какой. Оптика Кироши. Ячейка модификации импланта, кровеносная система. Мы можем что-то себе купить для кровеносной системы? Так, сосуды из биопластика улучшают восстановление здоровья вне боя на 2 секунды... На 2 единицы... Так, окей. Продлевают взлом протокола на 100. Мгновенно восстанавливает действие выносливости при... Ага, ага. Когда у вас остается меньше 15% здоровья, выпускает разряд тока, наносящий урон равно... Ой, а хорошо. А почему не... А, нет, давай все-таки вот это тогда. А, ну хотя да, хорошая тема. Так, он у меня уже стоит? А, я могу еще поставить, правильно? Вот этот могу поставить. Я могу все поставить. Все могу поставить? Серьезно? А, отлично! Так, а лобная доля? Так, мгновенно восполняет одну единицу памяти кибердеки. Так, ну это пока окей. Я могу кучу всяких поставить штук. Иммунная система. Так, а здесь ничего, да, пока? В нервной... Ой, для нервной что-то есть. Что это? Позволяет целиться и стрелять во время уклонения. Замедляет время... Блин, ну, сейчас, наверное, это не так нужно. Кожа. Что это? Броня на 20%? Слушай, давай попробуем. Почему бы нет? Увеличивает броню. Скелет. Че это? Увеличивает грузоподъемность. Пусть будет, пусть будет. Не обеднеем, ничего не это. Ладони есть, руки. Во! Вот это уже интересно. Урон физически возрастает до 230. 271! Моноструна. Так, давай возьмем его тогда. Хорошо. Но это просто не нужно. Так, это я могу продать? Или что? Так, а почему? А, тут у них еще способности разные. Точно, точно. Ноги. А что это такое? А, это цена, да, за них. Оно дорого стоит. Ну, в целом я молодец. В целом я все сделал как надо. Спасибо, Вик. Ребят, наконец-то Виктору деньги вернул. Вот для чего нужны друзья, вот для чего. Вот для чего, ребят, смотрите, что я могу делать теперь. Представляете? Смотрите, какую тему могу делать. Видели, что я могу делать?
Импланты какие у меня теперь. Видел на улице странную картинку. Мисте. Я видел на улице странную картинку. Вроде по твоей части. Как она выглядела? Я сделал кадр, вот смотри. Таро, старший аркан. А, карта Таро. Высшие силы явили тебе знак. Ладно, давай потом с этими силами. Главное, что смотри, что есть. Врагов могу теперь вывести. Ёб твою мать! Она такой, такой дальние атаки, такие дальние атаки имеет, что ли? Я сейчас только что левого человека высек просто ни за что. Неприкольно. Ой, как неприкольно. За мной опять гонятся. Так, надо гаситься, нафиг. Это что, полицейские? Нет, это какие-то враги, короче. Они не обращают на меня сильного там внимания никакого вроде. Так, окей. Здесь есть куча событий, которые со мной еще ничего. Не взаимодействуют сложно. Каждому свой Лексингтон. Забрать указанный пистолет у Уилсона, что-то там еще, та-та-та-та-та. По следам прошлого встретиться с Бестией. Поговорить с Мисти. А, Мисти это, в принципе, задание мое было, да? Давайте насчет Бестии начнем моменты какие-то делать. Все. Я на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Было интересно. Жесть. Все, всем пока.